пошел, и лазер-так. А еще Ханты-Мансийск собрал максимальное количество новогодних волшебников со всей России. На всероссийском съезде Дед Морозов и Снегурочек. А банный день, как вам забава? Сходить в баньку с веником и сходить на спа процедуры с клюквой и кедровым орешком. А еще вас ждет чемпионат среди банных мастеров. Ну а самое главное мероприятие, конечно же, в ночь 31 декабря на 1 января новогодняя столица украсится самой яркой иллюминацией из 3 миллионов лампочек. Новогодняя столица, празднование длится целых 30 дней. Давайте мы, дорогие друзья, поприветствуем Ханты-Мансийск, помашем им руками! Ханты-Мансийск в ритме бубнов, шаманов, югры, наши Деды Морозы запускают эстафету добрых пожеланий из всероссийской северной новогодней столицы в новогоднюю столицу Ульяновской области, центра Поволжья. Все вместе поможем новогоднему волшебству! То и от нас поздравления от наших Дедушек Морозов. Начинаем вместе дружно вместе с вами. Кузоватовского района. Хочу пожелать вам жумрачи, мазычи, всю паучи. Повторяем вместе дружно. Завязываем. А ну, заморозим все! Еще! И быстрее заморозим! Вызываем снег, всем снежок! Ура! Идем за оленями! Спасибо. Ну и еще.